подъехал я к машине, вот она, и сразу мне бросается в глаза это ужасно некрасивое заднее крыло сделанное. Сейчас попытаюсь показать. Вот здесь вот провал шпаклевки, то есть вот наждачки какие-то, ну, полосы. Вот здесь вот такие вот, вот видите, вот крест-накрест. Это вот шпаклевка, терли, не замывали. И здесь провал шпаклевки есть еще, как бы ее показать. Это вот только я подошел, мне вот это бросилось в глаза. Здесь вот просадка по шпаклевке есть. Вот здесь вот. Так, сейчас хозяйка подойдет. По поводу машины. Я сейчас быстренько пробежался. А шины заводские, Хэнкук, Оптима. Они 13-го года, все баллоны. Вот. 7-я неделя, 13-й год. Что косвенно говорит о пробеге. Так. Колодки имеются. Диски где-то под миллиметр. На дисках сарапульки. Диски оригинал. Все шины как бы оригинальные. Тоже чуть царапульки. Свежие колодки. Хай-кью. Так. Так. Ну, где-то процентов 40 остаток. Тоже где-то я видел. Ну и, короче, все заводские. Все 13-го года. Окисление. Тоже Оптима, царапанный диск задран. Тоже 7-я неделя, 13-й год. Так, бампер не в зазорах. Так вот, это еще цветочки. Здесь вот зазор такой. Прилично видно, что трогалось крыло. Так, здесь тоже немного топорщится. Саморез. Так. Номер чуть подободрался. Так, Бенсон 19-го года. Китайское стекло, Лемсон. Дальше стекла все оригинал. Там 13-е и 12-е года, форточки все. Короче, совпадают с годом выпуска. Вот. Тоже вот Kia. Вот. 12. Ну, форточки 12-го, эти 13-е. Короче, лобовое и... Значит, форточка боковая у нас, короче, лобовое, вот это Китай, это Китай, остальные все оригинал. Здесь вот так вот лак полез. Накрашено. Так, здесь шпаклевка. Сейчас померю сразу. Так, как раз здесь также. Вот от шкурки. Поэтому лак полез. Здесь то же самое. Так. Здесь тоже крашеная. Это гудрон так лег. Алло. Ага. Алло. Здравствуйте. 500. 800. 1000. 1300. 400, 300, короче, вообще жесть сделано, я думаю. Так, здесь тоже крашеная, здесь вон саморез, не хочет расстраивать женщину, как ей сделали ремонт, ремонт ужасный. Так, капот у нас что-то ниже нормы, честно говоря. Рабки какие-то. Я думаю, что как бы до тест-драйва смысла нету. Ну тоже она вся, короче, расколоченная.
пакля, по морде везде. Все вот на саморезах. Здесь, короче, дырень, палец лезет. Короче, жесть. Давно таких трэшов не видел. Так. Ой, красота. А что? 700. 2000, просто. 600. Ну-ка. 104. 96. Короче, шпакля. Тоже зазор большой. Вся в царапках, короче. В куцках. Короче, жестяра. Так, 51 норма. 52. Ой-ой-ой. Что-то мне по духе-то не нравятся они какие-то. Так, по мотору, то, что я вижу, все сухо, по топливной системе, вот форсунки, обратки, рейн-турбины, вот здесь сухо, все пыльно, рабочее, как и должно быть. Так, фара 2003, так, получается, да, 28 февраля, 13-й. И здесь у нас получается... Так. Так, сейчас я сюда с фонариком прогляжу здесь, но визуально как бы по мотору все сухо, то что так вот доступно. Было бы видно, что если где-то что-то потеет, тут потеет там, в одном месте, но это такое старое запотевшее пятно, это не серьезно. Где вот крышка цепи Грэм. Так. По основным здесь все сухо. Вот, двигалась как настолько. Срывался капот. И капот. Капот здесь не оригинал. Стоит Китай, ни резинок, ни герметика. Здесь тоже все крутилось. Так, ремень. Здесь справа налево читается, не слева направо. 6 декабря 18 год. Ремешок Мининый. Нет, какой-то то ли малярный скотч перемотан, что-то здесь мне не нравится. Безопасность, скорее всего, уваливалась, но возможно. Сейчас ремень стрельну. Так, крутились ремни. Ой, ремни. Как его? Ну, вы поняли, двери. Ну, жестяра, конечно. Это сделано вообще капец. Ну, проем окрашены тоже. Ой-ой-ой, вот это жесть. Вот это жесть. Его красота. Замято было. Не-не, подушечки вываливались. Они просто смотаны и все. Короче,
Надо сматывать удочки. Короче, труп такой, что хорошо, что вы меня нашли, наверное. А здесь ремень вообще 2010 года. 12 сентября 2010. Короче, собирались с того, что могли. Короче, на этом, я думаю, все, достаточно.